Екатерина и Ярослав состоят в браке уже 15 лет. Супруги с самого начала мечтали о создании многодетной семьи. Сейчас у них четверо детей и в планах родить еще одного ребенка. По словам Екатерины, воспитывать детей непросто, поэтому многие молодые люди отказываются от идеи образования семьи. Ну, в основном проблема в экономическом плане, что сейчас тяжело именно финансово содержать большую семью. То есть как бы льготы предоставляются многодетным, но не для всех, и всем они доступны. Тяжело содержать детей именно финансово. То есть, может быть, даже многие хотят, но трудность в заработках, На ту причину, о которой, может быть, сегодня не говорили, но мы ее фиксируем в ходе социологических опросов регулярно, это снижение уровня доходов населения Оренбургской области. Также причиной обострения проблемы естественной убыли населения является высокий уровень смертности в сравнении с низким уровнем рождаемости. В этом, например, виновата экология, вызывающая многочисленные онкологические заболевания у людей, проживающих вблизи вредных производств. Очень высока заболеваемость, достаточно высокая заболеваемость у нас в Медногорске, в Гае, Кувандыкский район, Бузулукский, Красногвардейский, Осикеево. То есть Курманаевский район, то есть те районы, где осуществляют добычу углеводородов, ну, Шарлыкский район в том числе. За последние 6 месяцев в Оренбуржье сократилась как рождаемость, так и смертность. В регионе родилось 9300 малышей. Это меньше на 350 новорожденных по сравнению с прошлым годом. Скончались 13 тысяч человек за первое полугодие 2020-го. Александр Кацун, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.